Всем привет, друзья! С вами Болторез, и сегодня мы взглянем на новенькую игрушечку, бесплатную, к тому же, в Стиме она имеется. Что-то там называется Гладиатори, Глори, как-то так. В общем, ребята, это игра про самых, что ни на есть, настоящих гладиаторов, цель которых выжить, убить всех на арене и получить долгожданную свободу. Итак, я не играл в эту. Я не имею ни малейшего представления, как это даже выглядит. В Стиме, когда я качал эту игру, не было ни одного отзыва. Поэтому не знаю, скорее всего, это то еще будет говнище, а может быть и нет. Кто знает, сейчас разберемся. Итак, нас зовут Болторез, пусть мы будем каким-нибудь, я не знаю, Галом. Гал Болторез. Здесь мы можем здесь что-то себе надевать, но... Именно я не могу. Спросите, почему, я вам отвечу. Потому что Глори, честь, у меня один. Вот за мной, может быть, вы не видите, у меня там один. Потому что я, как уже говорил, не участвовал ни в каких боях. А здесь все нужно, ну вот хотя бы два нужно. Здесь уже как минимум 11 на броню нужно. А вот пояс, смотрите-ка, у нас есть. У нас есть бесплатный пояс, который добавляет нам плюс 5%, я не знаю, к урону. О, на ноги я могу еще, смотреть что-то повесить. Во, отлично. Вот такой вот гал-болторез, он готов убивать. Нажимаем гладиаториум и, по всей видимости, отправляемся на арену. Да, бой начинается через... А, нет. Там внизу было что-то написано 2 Глори. Это, видимо, за победу мне дадут 2 Глори. Так, я для начала просто убегаю. Прыжков у меня... Опачки, нихуя себе. Здесь меч упал. А я могу его взять? Хо-хо-хо-хо! Ну-ка, блядь, иди сюда. А ты можешь нормально-то его ёбнуть? Вот, как-то так. Подождите, почему он не падает? Почему он не умирает? Да таким мечом ни хрена себе можно один раз ковырнуть и все. Его уже можно пополам раз... Пополам... Добивай! Ой, красавец! Вот так вот, ребята. Гал-болторез победил. То есть, получается, какое-то оружие мне все-таки будут с трибун скидывать, да? Ладно, пойдемте на следующий бой. Это каждый сам за себя, да? Или двое против одного, тогда это нечестно. Тихо, 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 тихо! Все, пошел нахуй, нигер. Прошу прощения. Чернокожий парень, я хотел сказать. Никаких нигеров здесь нет, ребят. Ой, замечательно, блядь. А чё? Он наступил вот такую пилу, почему ему там ноги нахуй не отрубило? Алло. Прекрасно. Руку отрезал. Я не знаю, как здесь вообще работают удары. Я просто кликаю на левую кнопку мыши и все. Спамите атаками, это плохо для вашей стамины. Окей. Хорошо, тогда я не буду так активно использовать левую кнопку мыши. Буду точечно наносить удары. Я буду прицеливаться в голову куда-нибудь там, в вену желательно, наверное. И наносить удары. Окей, а когда это кончится-то? Я думал, как бы здесь каждый бой, он отдельно проходит. Нет? Спокойно. Ну-ка, нахуй не подходи ко мне. Отлично. А давайте щит возьмем, попробуем. Ой, я еще там и меч, оказывается, подобрал. Это эти боты, они крайне тупые. Почему они ничего не подбирают-то? Алло. Ну-ка, нахуй. Не понял. Я попал в аварию. Подождите. Почему они на меня вообще не обращают никакого внимания, но при этом я падаю? А кто меня бьет, блядь? Святой Дух, что ли? Хорош. Ребят, пока это победа за победой. Продолжаем. Нажмите Shift, чтобы бежать. Окей. Давайте возьмем Тризубец. Я хочу почувствовать себя Посейдоном. Ебать, какие же они тупорылые, серьезно. Мне интересно, а может бот сам умереть? При этом засчитать мне победу. Ну смотрите, что... Но он дурак. Он конченый. Анимации здесь, конечно, смешные. Тихо, тихо. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Нет. Ну-ка, топор. Все правильно. Тризубец для Гала это совершенно не то. Ну какой, блядь, может быть тризубец у Гала? Ёб твою мать. А вот когда боты берут оружие, это уже вообще нихуя не смешно и не весело, я вам скажу. Вы посмотрите, что он исполняет. Он просто меня выносит. Алло! Ну и наш долбоеб, естественно, умер на шипах.
Так, я, получается, умер, и что? Space, спектрак, то есть Space. Что это такое? А, это можно делать, получается, скриншоты красивые, да? Так, я не хочу смотреть на чернокожего парня. Ну и на себя обезглавленного тоже особо, знаете, удовольствия не получаю. Хорошо, давайте мы выйдем в главное меню. Да, у меня получается чести уже 4, потому что мы провели несколько боев. И что-то я могу себе установить. Ага, на каску мне не хватает. Так, это было бесплатное. Здесь 5, здесь тоже не хватает. Подожди, где-то я видел. Где-то что-то я видел, где было всего лишь 2 чести надо было. Где это, блядь? Очень странно. Получается, когда у меня общая честь повышается, у меня и общая сила тоже становится больше, да? Немного не понимаю, как это работает. Ну ладно, давайте еще разок мы запустимся. Сейчас мы убедились в том, что на следующую шмотку мне нужно 5 чести, поэтому мы сейчас как бы одну получаем и побеждаем. Побеждаем, чести. Ты можешь смотреть на противника, ебанько? Возьми трезубец. Может, я все-таки поторопился? Да, отдай трезубец. Уйди. Вот с этой хуйней я тебя сейчас порубаю, блядь, как надо. Мне кажется, я поторопился, и надо было все-таки зайти в какое-нибудь обучение, в какую-нибудь тренировку, посмотреть, как вообще наносятся удары. Должен ли я как-то нажимать влево и вправо, чтобы там с определенной стороны, с определенного размаху наносить удар или нет? Или я просто должен кликать на... Подождите, спокойно. У меня гениальная идея сейчас в голове возникла. Контрольцы, вот. Передвижение ВАСД, Shift я бегаю и... Ну, получается, мышкой просто обозреваю, да, смотрю в какую-то сторону. Атаки. Нажимайте левую кнопку мыши, чтобы атаковать с помощью левой или левой стороны. Чего, блядь? А, ну вот, да, получается. А правое нажимайте, чтобы с правой стороны. А, получается, левая и правая рука, да? Левая кнопка мыши это я с левой руки бью, а правая это правая. Ну да, получается, я щит взял в правую руку и щитом я бить не могу. А вот это вот что такое было сейчас у меня синее? Вот. А, это я просто осматриваюсь. Все понял, это можно еще менять обзор. Окей, давайте я возьму оружие, пусть там пацан... Ох, ебать! Коготь, ну-ка. Со спины, нормально, нормально! Затащил. Я его на шипы загнал. Очень странно, потому что на правую кнопку мыши, когда я держу щит, по идее, я должен ставить блок. Тихо, 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 я не понял, а хули на меня-то вдвоем накинулись, алло. Может, вы там между собой для начала разберетесь? Щит возьми. Ой, хорошо. Сука. Нихуя хорошего. Так. Минус рука. Ну да, получается, как бы я мышкой не водил, как бы не пытался нарисовать траекторию, так скажем, да, он все равно одинаково машет мечом. Ой-ой-ой. Отдай меч! Отдай меч! Ты что, с ума сошел? На нахуй. Все, не будешь теперь за другие, за вражеские мечи браться. Возьми себе свой, блядь, и с ним бегай. Вон, тебе щит кинули, хоть ты его не подобрал. Меч не трогай, меч мое. Так, теперь это уже получается пятый бой. 5 чести. У меня было максимум 4. Хорошо. Сейчас я буду просто от тебя убегать. Вот, блядь, не успел подобрать. Хитрожопый. Хитро, хитро. Все-таки искусственный интеллект здесь присутствует. Вы посмотрите, блядь. О, мы отобрали у него меч. Точнее, щит. Блядь, еще один доебался до моего меча. Видели, да? Он увидел оружие у нас в руках, он увидел, что я начинаю им махать, а не просто так взял. Побежал и взял щит. Вот это было красиво. Вот за это нужно еще одну глори накинуть мне. Это было просто прям...
Если бы я был самым настоящим гладиатором, не знаю, меня бы, наверное, на финал отправили сразу, мгновенно. Слушайте, ну игрушка на самом деле веселая. Да, она немножко кривоватая, но как бы в этом и тоже что-то есть. Да уйди ты нахуй, я тебе сейчас... О, давайте попробуем без оружия. Вот так вот, с левой, с правой, с левой, с правой. Ой, вы посмотрите, какой у меня бугай. Ой, блядь. Тихо, тихо, тихо. Братан, а тебе два щита-то не дохуя, дай один. Сука, ну вот этот, конечно, с мечом и с копьем. Вот сюда... Ой, ой, сука. Как я тебя грамотно... Пацаны, 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 тихо, не надо. Суки, обезглавили меня. Ну окей, я так понимаю, что я все-таки свою честь получил. Давайте мы выйдем в главное меню, да? Или может быть получится у нас сделать красивый кадр? Бля, что так все заблюрено? Во. Во, охуительно. Классный кадр будет. А вот наш победитель. Тоже. Может быть, пригодится. Ладно, выходим в главное меню. Я не понял. А почему у меня не становится больше-то этой самой Глори? Вот это я нихера не могу понять. А как я должен тогда прокачиваться здесь, как-то одеваться? Смотрите, здесь постоянно увеличивается. То есть от того, сколько я, как чаще я играю, сколько боев я провожу, мне получается это само как-то качается. Окей, допустим, что здесь есть еще? Выбери карту, бой будет происходить командный 50 на 50. О, охуительно, давайте попробуем. Карта маленькая, большая, вот прям самая жирная. Или прям вот так вот биг поставим. Оружие присутствует, естественно. Free for all. Что free for all? Каждый сам за себя, что ли? Размер команды. Давайте поставим 20. Еще одна команда противников. А здесь размер команды противников 20. Пробуем. Вот, да, вот это уже другое дело. Вот это интересно. Где не каждый сам за себя, прям командные бои. Так, это я где? Вижу. Спасибо, пацаны, что оставили мне хотя бы один. Ебать, там куча мала. Братан, ты с кем сражаешься? Со столбом? Давай я тебе помогу. Подождите, это наш. Это наш был, я своего ебал, ребята. Мы убили своего. А я смотрю, он чернокожий, думаю, я не знаю, это, скорее всего, какая-то постанова, типа галлы против африканцев бьются, а хуй там. Здесь надо смотреть на цвет трусов. Все понятно. Мне вспороли брюхо, окей. Переиграть я почему-то не могу. Здесь есть PvP ранкет, серьезно? Заблокировано, почему? Кто не хочет поиграть с реальными оппонентами на арене? Видимо, еще недоступно. Может быть, я не прокачался. Может быть, ждем обновлений, потому что игра еще не допилена. А она что, находится в раннем доступе? Я как-то это не обратил внимания. Так, сэндбокс еще. Free for all, это получается царь горы, другими словами. То есть каждый сам за себя. Нам это не надо. Давайте попробуем сделать максимального размера. Прям максимального размера, да, вот так вот на полтос. У нас полтос, у них полтос. И чем это все кончится? С оружием, естественно. Ну и карту поставим вот так. Окей, погнали. Сразу, ребята, скажу, FPS 40. 40 FPS выдает. 25, 20, 20 FPS. Ёб твою мать, 14, 13, 10 FPS. Охуеть. Все, 7 FPS, 6. Скоро станет, наверное, 0. Но, ребят, ну эта игра требовательна. Как ни крути. Просто сотня, целая сотня гладиаторов на арене, это дорогого стоит. Поэтому, если вы решите поиграть здесь, вот такие устроить баталии, вам нужен процессор, ну, как минимум, какой-нибудь i9 сочный. И, естественно, 3090. Никакие другие карты не потянут. Тихо, это не наш.
Давайте хоть одного въебем для приличия. Вот ему проебать я вообще никак не могу. У него одна рука. Нас никто не будет уважать, если я проиграю однорукому гладиатору. Ты что, блядь, серьезно, что ли? Сука, он меч схватил и меня на шипы кинул. Серьезно, дружище? Ой, блядь, ну все, я теперь тоже руку потерял. Отлепись. Отлепись и беги. Все, в панике съебываем. Так, уходим. А, вижу, вижу оружие. О, сука, сейчас я пойду тебя мстить. Че, у меня левой руки нет? Окей, правая есть. Вот хуесос, а. Он прямо из-под рук у меня, ну, из-под руки вытащил у меня оружие. Мерзавец. Почему он смотрит... Спокойно. Хуй пойми куда вообще. Ты можешь взять оружие, у тебя есть одна рука, правая. Я и нажимаю вообще-то правой кнопкой мыши. Возьми. Вот, молодец. Давайте мы вот этого нашего убьем, чтобы он не мучился. Мы видим, как ему больно. Мы победили, вы посмотрите, ребят. Без моей помощи... Ну как, я в любом случае помогал, потому что я руководил, я бегал тут влево-вправо, отдавал команды. Тактика, стратегия, все это было на мне. Да, вот такой вот парень у нас веселый и всему радуется. Слушайте, ну, игра, конечно, не сказать, что прям уж крайне убогая, но для бесплатной такой индюшки побегать, повеселиться несколько минут, я думаю, пойдет. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!